Всем привет! Вы на канале Артём Фокс. И сегодня я в гостях у Ульяны. Своей подружки Ульяны. Короче, привет, Ульяна. Привет. Короче, у меня просто нет там на Ютубе этой камеры. Канала? Я, короче, канала. Я буду канала, и я буду снимать Майнкрафт. Да. Начинаем. И, короче, вот этот Майнкрафт. Вот. Пробный, точнее. Вот он идет. Вот этот мир. Пробную версию вы попробуйте найти. Потом мы вам покажем, как это приложение называется. Я вам показываю, какой у него скин. Это Пикачу. Пикачу. Что хочу, заполучу. Заполучу. Так. Короче, вот это проход. В твой домик. Да. А это моя спальня, вот эта спальня. Если кто-то У тебя даже бассейн, что ли? Ну да. Да? Наверное. Сделай подвал как-нибудь. Я не могу, тут не разрешает. У меня есть магонетка, но она попала в аварию. Вот так ее сюда сесть. Вот. Вот она. Я могу сделать вот так. И так вы будете видеть меня. Вот я такая Пикачуха. Вот. Я еду, короче. Короче, я ехала, и тут попала вот в эту аварию. Чё? Все смотрят на мою Пикачу? Короче. Кто не знает, почему я Пикачу, сразу пишите в комментариях. Ага. Почему? И какой любимый персонаж в этой игре-то, да? Напишите, какой у вас любимый персонаж. Я думаю, что все знают Пикачу, но если вы не знаете, переходим в другой пока мир. Вот. Короче, пока тут темно, у нас чернота. Вот сюда выходим. Творческий сегодня. Сегодня. И что-то там еще. Вот, заходим сюда. Что-то я не припоминаю этого мира. Этот водопад тут. Нет, это не водопад. Сейчас мы вам покажем, какое это приложение. Вот оно, вот такое оно приложение. Вот оно. Покажи. Оставь, убери ручку. Вот это. Вот, смотрите, Крафтмен. Ладно, вы были на канале Артём Про. Лайк, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Артём Про Лайк. Пока. Пока.